Итак, друзья, всех приветствую, с вами снова Виталий, вы на моем канале онлайн-заработок, и на сегодняшний день я вот вам записываю уже третий ролик по поводу проекта Great Books, иностранный букс по заработок на просмотре сайтов. Вы знаете, сейчас мы с вами разберем подробно этот проект, который уже работает больше месяца. Проект платит, уже я выводил несколько раз. И хочу сказать, что здесь можно действительно выстроить очень мощный маркетинг, который вам будет приносить постоянно, каждодневный доход. Вот. Считайте, что с этого момента, как только вы зашли в этот проект и зарегистрировались, это будет ваш рабочий сайт, на который нужно будет заходить каждый день и работать по 3-4 часа в сутки. Вот. При этом еще, конечно же, и приглашать людей. Тогда, конечно, через некоторое время у вас выстроится структура. Я вначале тоже, когда вошел, у меня вообще не было ни приглашенных, никого. То есть я вошел вот пустым. Вот. Оплатил, конечно, я сразу статус сидер, но я вам сейчас все подробно расскажу. Для начала я хочу вам сказать, что админ работает. Вот. Внизу здесь на главном сайте есть все вот люди, которые разработали данный букс именно на просмотре сайтов иностранных. Оплата здесь вся в долларах идет. Вот здесь на главной странице написано «Зарабатывайте на просмотре сайтов в USD». То есть разработчики. Здесь вот есть раздел «Контакты». Вот, причем вы видите, что почта именно Яндекс, то есть русифицированная. То есть это у нас здесь. Они нигде не скрываются, ничего. Они выплачивают, да, реально платят. У меня есть даже на моей страничке в ВК постик, где я выложил даже свои выводы, которые сейчас есть. Ну, для начала, конечно же, я выстраиваю здесь команду, приглашаю людей сюда, вот, для того, чтобы действительно потом выстроить мощную здесь цепочку маркетинга, которая будет приносить вообще неплохие здесь деньги. Итак, что нужно будет? Давайте мы с вами сейчас сразу я вам объясню, что нужно будет сделать. Вот, ну и что предлагает сама система Букс. Значит, оплаты здесь идут, значит, на просмотре сайтов. Оплата одного сайта стоит 5 центов, но при приобретении статуса Silver на 50% стоимость просмотров сайтов увеличивается. Ну вот, вы заходите на главную страницу, здесь вы вводите почту, пароль, подтверждаете капчу, я не робот, и регистрируете. И теперь мы можем смело войти с вами в личный кабинет. Входим в личный кабинет, и вот вы видите, да? Значит, в моем кабинете вот написано выплата 2 доллара. Я уже вывел 2 доллара. Вот, когда я вошел, у меня вообще никого и ничего не было. Сейчас вот мы можем зайти в раздел реферальная программа и посмотреть, сколько у меня человек. Вот 7 человек. Где-то примерно за 2 недели я смог привлечь уже 7 человек. Значит, здесь будет вот апгрейд аккаунта. Вы нажимаете апгрейд аккаунта. И для того, чтобы вам вы смогли иметь доступ, имеется в виду, для того, чтобы вам был доступен доступ к выводу, вы должны будете оплатить вот этот вот статус. Стоит он всего 5 долларов, ну пускай 350 рублей. Мы с вами еще рассмотрим маркетинг и рассмотрим, какую цену вы заплатите и сколько вы можете здесь заработать. Вот вы видите, участник получил выплату в размере 3 долларов, только что вывел ее. Вот. Поэтому я говорю, сайт очень мощный, и сейчас мы разберем с вами все, что он может делать. При оплате Silver у вас увеличивается, вот вы видите, стоимость просмотра. Просмотры все находятся в разделе «Заработать». Вот вы нажимаете «Заработать». И здесь вы видите все цены, значит, вся цена, значит, каждого сайта просмотрена 0,5. Длительность, значит, просмотра 40 секунд, даже не минута. Это уже облегчает вам большую задачу. Ну, считайте, что это ваш рабочий сайт будет, на котором вы будете зарабатывать доллар. Вот вы видите бонус 50%, то есть у меня уже не 0,5 центов, а 0,7 центов. То есть представляете, я посмотрел, значит, 20 сайтов, и это будет 1,5 доллара. Я заработаю 1,5 доллара на этом. Вот я просмотрю 40 сайтов, вот вам уже 3 доллара по 40 секунд. Ну это мы просто с вами еще пока, мы с вами еще все это обсудим. Здесь есть также разместить рекламу, вы можете разместить рекламу. Вот здесь вот внизу вы видите, вот видите ссылку, видите адрес и оплатите статус. Здесь есть статусы,
Они стоят от 1 до 5 долларов. Вот. У вас здесь на основном балансе, как вы видите, да, вот видите, основной баланс у меня 15 долларов. Вы можете спокойно здесь, вот, где у вас есть аккаунт апгрейда, вот здесь, вот внизу, вы видите, внизу, да, обмен с основного баланса на рекламный. Вы можете переводить вот эти вот деньги, которые у вас находятся на основном балансе. Вот они, да, вот 15 долларов, да, и вы можете перевести 5 долларов, например, на рекламный счет. И здесь уже потом разместить рекламу. Размещаете вот тут вот рекламу и оплачиваете от 1 до 5 долларов, вот вы видите. Но здесь свои есть фишки. То есть, если вы оплатите 5 долларов, то у вас будет полностью сайт подготовлен. Он будет открываться в новом окне, будет проходить 40 секунд. И везде переходы для просмотров, да-да-да, везде будут стоять. И так далее. Ну вот, если вот, например, вот здесь вот где-то вот недоплачено, вот вы видите, да, просмотра в активном окне, например, нет. Кто-то, видно, видите, 4 доллара всего заплатил. То есть у него какой-то, какая-то функция уже здесь отсутствует. Но прежде чем, когда вы уже зарегистрируетесь, вы должны, конечно, обязательно настроить профиль. Это очень обязательно, и здесь заполнять вам придется очень все внимательно. Здесь вы можете вот заполнить свои, значит, свою почту, свой ID у вас здесь будет уже автоматом заполнен. Но вот самое, что интересно, вы можете, конечно, поменять пароль. Здесь будут две вот такие вот ссылки. То есть вы должны будете обязательно, внимательно скопировать ваш Payeer кошелек, вставить его в графу и нажать подтвердить. Дело в том, что кошелек подтверждается один раз, потом вы не сможете не изменить ничего. Потому что выплаты здесь происходят инстантом. Вы только нажали вывод денег, и деньги тут же моментально приходят вам на кошелек. Дальше вы должны будете создать, значит, пароль из 6 цифр. Любые цифры 2, 3, 5, 6, ну и 6 цифр. Это будет ваш платежный пароль, который вы создадите, и уже при выводе денег, то есть вот здесь есть ссылка «Заказать выплату», у вас будет все время, он, если мы нажмем, вот вы видите, сейчас посмотрим. Вот видите, платежный пароль. Вы его придумываете, записываете в блокнот. И потом уже, когда вы будете выводить средства, значит, вам придет вот, у вас будет запрос. Введите платежный пароль. Вы его, значит, записываете в блокнот. И чтобы вы уже потом знали номер вашего платежного пароля, вы его сохраняете в настройке профиля. И у вас вот должна появиться вот такая надпись, как вот у меня. Вот видите, там, значит, внимание, пароль безопасности установлен. Это пароль безопасности ваш. Значит, когда вы, значит, ведете, когда будете вводить, значит, выплаты, мы можем даже с вами, как сказать, немножко поэкспериментировать. Например, вот сейчас видите, да, в разделе от рефералов у меня уже заработано 2 доллара и 66 центов. Ну вот. Ну и если, например, я введу 1 доллар вот сюда и введу здесь свой платежный пароль, ну, который у меня, соответственно, свой. Сейчас я его введу. И нажму «Заказать выплату». Вот, нажимаю «Заказать выплату», и мне приходит вот такое сообщение. Здесь нажимаете «Нет», не сохраняйте здесь обязательно. Вот. Недостаточно очень, значит, очков репутации. И вы нажимаете вот сюда. И вот вы видите, да, значит, когда у вас здесь в очков репутации появится единичка, 2 или 3, то есть вы спокойно можете выводить деньги. Внимание! Для получения очков репутации вы можете приглашать новых участников, используя свою реферальную. За активацию любого из аккаунтов вашими рефералами вы будете получать, вот смотрите, от 20 и до 40%, зависит от уровня вашего аккаунта, то есть в зависимости от статуса, который мы приобретаем. Вот, от стоимости апгрейда в виде очков репутации и денег на основной баланс. Наш проект может стать вот вашим надежным источником стабильного дохода на очень длительное время. Ну и вот вы видите, очков репутации 0 у меня, значит. И вот вы видите, от рефералов уже вот 1 доллар мне пришел. То есть давайте вот посчитаем, если у нас здесь вот апгрейд аккаунта, на вот этом уровне мы получаем 20% от рефералов, здесь мы получаем на премиуме 30% от рефералов, и, соответственно, на VIP мы получаем 40% рефералов. Теперь вы видите, что оплата просмотров, например, на VIP-статусе 200%.
оплатите $40, да, и у вас 200%, то есть это 20 центов. Один просмотр сайта будет стоить вам 20 центов. То есть вы просмотрели 5 сайтов и заработали доллар. 10 сайтов вы просмотрели и заработали 2. И таким образом, например, вы просмотрели 100-200 сайтов, и вы можете заработать $40. Вот здесь они придут все вам на основной баланс. $40 вы заработали, да, и рефералы, которые будут также зарабатывать по $40, вы будете получать от них по 40%. То есть вот сами подумайте, да, какой это маркетинг. Ну давайте посчитаем, если даже вот у нас здесь есть такое. Значит, вы пригласили в проект, например, вот 10 человек. Ну давайте вот нарисуем 10 человек. Каждый из этих человек, да, ну, из каждого из этих партнеров, например, сейчас, получит, ну, на каждый из этих партнеров, например, каждый день будет зарабатывать, например, плюс $5 за просмотр, на просмотре сайта. Вот представляете, да, 10 человек просмотрели, по $5 каждый, получается у нас уже $50. Заработали ваши рефералы, вот 10 человек, которых вы пригласили. С этих $50 вы будете на статусе Silver получать 20%. То есть $10 в сутки, $10 в день, вы как бы, ну, уже можете получить. То есть $10, вот получается, $10 это вы уже можете вывести. Ну вот представьте, если вы пригласили 100 человек, и каждый из них заработал по 5, по 10 в разную цену, например. Тут может цена быть и $500, и $5000, в зависимости от того, насколько активны участники. То есть представляете, да, какой маркетинг-план можно, выстроить. А на VIP-статусе так это вообще 40%. Представляете, если у вас будет 100 человек, и каждый из них может в сутки зарабатывать на просмотре сайтов, например, на просмотре сайтов, может зарабатывать по $30. То есть $30, вот, умножаем вот 100 на 30, и вы представляете, да, 100 на 30, то есть получается $3000. Вот. Ну вот, приплюсуем, да, равняется, например, $3000. И с этих $3000 вы получите 40%. Заработка от ваших рефералов. Вот вы представляете, какую здесь можно мощную систему выстроить, если заняться реально, если здесь правда по-настоящему зарабатывать и вот приносить доход. И 3000, 40% это у нас будет, ну сколько это будет, даже по $300, вот я считаю уже, это будет $1200 вы можете уже здесь заработать только на выводе от ваших рефералов. Только на доходах от ваших рефералов 40%, оплатив вот как бы все статусы, которые будут. То есть, соответственно, здесь стоит сюда входить, стоит здесь зарабатывать, сайты все в доступе. Помимо этого, вы оплачиваете. Вот вы видите, да, вот смотрите, да, значит, здесь, во-первых, у нас уже стоимость на рекламном балансе будет $40, вот вы видите, да. То есть уже не просто. И оплата-то всего небольшая. $20 заплатить за VIP-статус. Но вообще 20, 30, $35. Все это, все статусы будут стоить. Помимо этого, вы сможете размещать здесь рекламу. Реклама, вот, например, я нажимаю «Мои площадки». И у меня, вот вы видите, уже показывается 162 показа. Там, где я вот сейчас в данный момент нахожусь на этих, как бы, проектах. Поэтому, друзья, заходите на Great Books, это великий букс, действительно, здесь вы сможете заработать очень большие деньги. И сюда в начале, когда вы войдете, это, не бойтесь потратить эти $5, вы их отобьете, я вам говорю, в течение 2-3 месяцев, если реально будете здесь работать и зарабатывать, просматривать сайты, но уделите 3 часа, 3-4 часа по 40 секунд и зарабатывайте деньги для того, чтобы и ваши вышестоящие люди, которые вас пригласили, могли зарабатывать и зарабатывать вы. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я жду вас в следующем ролике.
следующем видеообзоре, так что встретимся и обсудим еще кое-какие проекты.